Мечтай, планируй, действуй. Под таким названием в новом году прошло первое мероприятие женского клуба «Каспийска». Открывая встречу, руководитель объединения Полина Самылова отметила, что январь – это прекрасное время обратить внимание на себя, наметить цели на ближайший период, начать учиться новому, уделить внимание своей красоте, тем самым стать лучшей версией себя. Самое емкое определение женственности – источник. Источник чувств, жизни и изобилия. И это ответственность каждой представительницы женского пола быть этим источником. Женщина рождена, чтобы быть наполненной, способной вдохновить своего мужчину, быть хранительницей домашнего очага. Началом вдохновляющего контента для девушек стал экспресс-урок по макияжу от топового визажиста и преподавателя студия N School Малика Кунеева Исаковой Амины. Специалист в интерактивной форме подробно рассказала о продуктах, а также провела мастер-класс. На примере одного глазика и вы увидите, какая большая разница. То есть я беру консилер персикового или лососевого цвета. То есть при нейтрализации цветов на сине-зеленый наношу, на веночку, либо на синячок, он хорошо перекрывает и нейтрализует. Смотрим наверх. Я вот наношу максимально тонко. То есть мне нужно только перекрыть именно цветом. То есть мне не нужно наносить очень много продукта. И посмотрите, какая разница. Вторым блоком мероприятия стали трансформационные игры. Перед началом эксперты практики провели мини-презентацию и разыграли подарки. Это не гадание, не эзотерика, это работа с подсознанием, игровая терапия. С помощью игры можно сформировать модель будущего, проиграть ее, проанализировать и таким образом заложить фундамент светлых перемен. И с помощью игры получается определить внутреннюю опору и ресурсы. В этот день для участниц эксперты провели трансформационные игры Сатори, итоги года, подсказки Вселенной, территория денег и денежный поток, способствующий гармонизации внутреннего состояния женщин.